Антончик, какой сегодня день войны? 12-й. Я уже сбился со счета. 12-й. 12-й? Да. 12-й. Приютили люди добрые нас. Да, в таких условиях. Пошли, конечно. Пошли третьи сутки. Как мы в дороге. Как мы в дороге. Да. С Киева до Львова. То, что проезжается в мирной жизни за 5 часов. Да. Сейчас. А кто тут? Кошка? Ой, ты красавчик. А что за порода? Красивая. А порода? Не знаю. Тернопольский пинчер, наверное. Да, точно. Сегодня мы прошлую ночь ночевали в BMW, в джипе и Лексусе. Ой, да. Эта ночь. BMW нету, уже сложнее нам было. Ну ничего, люди добрые помогли. Спасибо им огромное. Ну как твой вчерашний день рождения? Чего? Ехали в машине, провели целый день. В пробках по трассе. 13-й. Мы не 13-й, мы нало. Это про Егора вчера. Так, день 12, да? 12-й день, бабуся? Да. Адя, бабуся же не тут. 12-й день. Третий день дороги во Львов. Но сегодня уже мы едем, доедем. Вчера из-за тряски на неровных дорогах потек основной радиатор. Капает с него. Ну, не сильно, но капает. Хорошая дорога сегодня, хоть и объезд. Осталось тут сколько нам до Львова? Час 23 пишет. Сколько километров не вижу? 100? 2,23. То есть 2,23. Не может 160 быть, 120 должно быть. 160. 160 пишет километров, наверное, из-за объезда. Ну, лучше ехать, чем как вчера 3 часа стояли в супер охраняемых войтовцах. Я думаю, так и в Киеве, наверное, таких блокпостов серьезных нету. Танки 290. Снежок начинается. А ну сними, как он читает. Идет видео. Читай, Егорчик, сначала прочитай. Нет, не лень. И корабли 3. Ну и все. Тут на Европу похожие городки, да? С краю вот Словакию заезжаешь. Ну, немножко не так, но что-то есть какое-то сходство. Основное сходство – ровная дорога. Извилистая. Домики такие файни. Снежок пытается. Да, зима может начаться, в принципе, когда зимы не было, то она в марте начинается. Обычно так у нас. Все смещено на месяц уже давно. Немного тут блокпостов и немного машин. В общем, чем дальше на запад, тем спокойнее. И на дорогах, и заправки работают. Буквально вот за Тернополем уже можно спокойно без очереди заправиться. Ну, так не так, что прямо совсем на каждой заправке. Ну, на двух мы бензин видели только что. Практически без очереди. Ну и очереди не было, да, там одна-две машины. Смотрите, что творится. Метель начинается. Третий день пути. Третьи сутки пошли. Сколько часов мы, получается? Сколько сейчас время? Уже 48. 48 плюс 3,5. 51,5 час в дороге. Да. Антона кореш ехал, говорит, 50 часов. Все сходится, даже у нас даже 53. Дольше. 53 он сказал, да? Но у нас дольше, мы побьем его рекорд. Так, мы едем, так и выйдем. Нет, сокращается. 2 часа 5 минут до места. Львив же поруч.
Вас святая Львівщина. Золочівський район. Золочівський район. Там район хороший, асфальт. Как тут красиво вообще, даже сейчас. Женщина на навигаторе другая, видно, повела хорошей дорогой очень. Ям нет, машин нет, блокпостов мало. Обалдеть вообще, на горе какой замок. А вот. Западная вообще другая Украина. И внешне. Монастырь направо было, 17 века написано. Вон он справа, смотрите, какая красота. Черт, не видно, но сейчас. Броды, вон дальше показывает. Броды проезжаем. О, морда, кстати, стройнее стала, смотри. Вообще, уже и фигура, наверное, улучшилась. Вообще отлично. Это точно. Каких-то чмошников везут. Устраивают аварийную обстановку на дороге. Сука, дегенераты конченые. Еще едет, подрезает, слышишь? Пидоры они и есть, пидоры. Не зависит, есть война или нет. Смотрите, везут оно. По встречке едет. Сопровождает там Кэмри какая-то. Эти твари, как люди, по пробочкам. Я же говорю, пробочки постояли бы они 3 часа, как обычные люди. Просто на ровной дороге, ни с чего, которая вообще там, ну ни о чем. Кроме вреда, никакой пользы от этой, от этого блокпоста, который там стоял просто посреди поля. Ты знаешь? Знаю. Ну ты видела, что... Знаю. И так понятно. Да, есть. Мозгов там нет. Вот эта трасса, по которой за Лупазлик мы гнали с Максом зимой. Несколько лет назад. Близко Львов уже. 600 налево, да. Львовская окружная. Вон, вот это историческое место, вон эта церковь, вон этот перекресток. Мы там остановились на светофоре, аккумулятор тю-тю. Макс трогаться, машина заглохла, и мы тут руками толкали вот к этой церкви за Лупазлик, когда со Степника гнали. Красивая нас туда еще, она так удивила. В таком красивом месте мы толкали. Не изменяет, на вот этой заправке с Максом мы сливали 50 литров смешанной бензина с дизелем, когда перепутали, нам чуть дальше заправили вместо дизеля 50 литров бензина в бэху. Похоже, это заправка, да, наверное. Красиво во Львове. Ямы, правда, есть. Так, друзья, ну так долго во Львов мало кто может ехать, но не только мы одни, конечно. 54 часа вот мы по Львову едем. 54 часа ровно получилась дорога у нас. Ну, с ночевками вместе. Так, ну мы доехали, радиатор подтекало, ну вроде ничего, нормально все. Где-то тут 34В, пока не нашли. Ну, сюда привел навигатор. Бультерьера давай на прогулку. Бультерьер. Бультерьер похудел немножко от этих движух. Алисонька, ну что, мы во Львове. Не, не прыгай, не прыгай.
Не прыгай, стой. Не занимайся цирком, держи кота. Ага. Не прыгай, да не, она же не убегает. Да, конечно. Сейчас от страха она пугается, что-то хлопнет. Она да уже... не, куда она убежит, в Киев? Вон, подтекание у нас есть. Только что-то с другой стороны уже. А, не, это с пробки. Это с пробки. Да это ничего страшного. Со шланга вон она, который... куда он идет? На расширительный. Так, мы в центре Львова сейчас. Какое-то жилье нам. Пойдем посмотрим. Ага, 200. Я, нижний замок, так? Петрушку его, нет, так? И вверху 200, Руслан. Вот такого херня тут я. Так, что тут? А тут она, отопление. Чуешь, тепла подлога тут є. А, ты включить? Так, вона включити. Тепер дивися. А, ми, тут. Ми матраси, ліжка привезем, так? Привезете, так? Так. Туди, так, тут ванни, двері, є. Так, туалет, ванна, а світло? А світло може бути, вже є світло. Сейчас, тут какая-то, ух, какая квартира интересная. Душ. Ничего себе размеры. В общем, это этот, как его, исторический будинок. Так, дивися, ми зараз я запишу. Ага, а, так, а тут умывальник, а это спальня или? Сейчас, не. Такой, а, тут еще. Не, это еще одна или это та же сейчас? Так. Я не могу. Ну что ты сам? Я почти раз уже не знаю. Так я... А где кухня? Плитку купить. У меня есть плитка, электричная на 2 этих ватт. Есть на 2, да? Да, а вот туалет же, да? Да. А ну включить. Я включу. А, есть. Все нормально, я сразу включить. Так, хорошо. Так, сейчас, я только не могу понять, сколько комнат. А вон еще ж душ один. Так, два душа, туалет. Два душа, туалет. Комнат. Комнат куча. А вот это что? Тут что-то мало будет. Что-то мало будет, да. Тут у нас найдено под квартиру, у нас зроблено. Тут. Кафе-унитаз. Зараз не працює, но... Что, поехали? Елки, мы в сад. Да, друзья, эти легендарные, этот бокс вот тут за Лупазлом мы чинили с Максом и потом на Киев валили. Первое ТО ему делали. Это тоже было почти в это же время, только в феврале. Года 3 уже прошло или 4, я уже не помню. 3, наверное. Да, что будет такое, то, что сейчас происходит, в голове не укладывается. Ёлки-палки, знакомая машина. Я был шерифом на днях. На такой гонял, а тут она во Львове стоит. Удивительно. А киевские номера интересны? Всё, зараз поднимемся. Точно. Киевские, да? А-а. А-а. Вот такая ситуация. Не, я уже продал. Так, я вже продав певні років 2. Та, я маю Ford Transit Connect такий маленький, 1.8, робочий. А такий ще файний не купив, бо я купив іншу сам. Вечерній Львов. Так, перший вечір. В городе Лева. Чего вы не включили нормально? Бабуся, что вы сидите наежились, как на полюсе? Потому что тут как на полюсе. Как на полюсе. Потому что белое все, или что вы имеете в виду, как на полюсе? Посмотрите, какая красота. Евроремонт. Все есть. А ну дай видео в YouTube этой херни. Ну, лучше, чем здесь. Вот там такой, ну, дом. Обстановка. Серьезная. Спальные места есть. Там еще комната. Тут входная дверь очень жесткая. Из металла. Тут зал у нас. Телевизор. Руслан, не снимай, пожалуйста. Я телевизор. Да, тут бультерьерами.
Брюсик. Чихуа. Сидеть на место. Пошел вон. Брюс, на место. А кто дал этот матрас? Люди добрые отдали. Тут Алиса. Алис, что у тебя с глазами вообще? Ты в шоке или что? Прожила уже несколько дней в БМВ, в Гранд Чероки. Теперь на окне. Вот тут Кася. Касечка. Кася возле душа. Тут у каждого душ есть. Причем можно в душе встречаться. Вот оттуда есть вход в душ. Сейчас пойдем. Опа, стоять. Не-не-не-не. Там котики чужие. Так. Значит, тут показал. Вот еще рядом апартаменты. Тут котики еще. Это Леечка. Это Леечка, кошечка. С ушами. Красивая, мордатая. А где вторая кошечка? Где-то. А вот мальчик. Это тоже мордатый. Красивый. Красивенный. И тут еще кошечка. В общем, так и живем. Первый вечер в Львове. А тут какой-то мальчик на плитке. Ну что, она прогревается, пол? Ни хрена подобного. Такой прогреется, не бойся. Горячая вода есть. Сейчас котел прогревает пол. И все. Расснимай одежду. Тут ты вспотеешь. Беженцы должны вызывать жалость. Кстати, вот так вы должны завтра на площади рынок сесть вот так вдвоем. На площади рынок вы должны сесть вот так вдвоем. И это. Насобирать на матрасы. И насобирать на матрасы, на пару тепловизоров хотя бы для армии. Одежду вы, конечно, как-то одеты сильно, это шикарно надо. Спасибо. Короче, одежду возьмете у бабушек. Бабушка, снимайте все. Не, ну эти ритузы оставьте. Верхняя хотя бы. А вот, да, вот эти в штанах, как у бабушки Лары, если вы выйдете, да. Вам отдадут, вам на, вы на три тепловизора соберете сразу, я тебе говорю, реально. Первые люди ехали, какие там незнакомые, ну, Петя. Мы говорим, ну, у нас только пока есть дом в селе. А там такие русские условия, она рассказала. Где, в селе? Да, что вообще. Так надо туда было ехать? Да. Откуда ты знаешь, какие там условия? Ну, она мне рассказала. Все у них там есть. Туалет, душ. Ну, уже занято, бабуся. Типа, первые... Уже занято. Ехали, говорили, так, а там... Смотрите, в селе жалость не у кого вызывать. У кого? У собак бездомных? Там все, она говорит, и вся техника, там все-все есть. Жалость у кого вызывать в селе, как беженцы? Вы что? Если вы границу с Польшей пересечете... Ну как тебе на новом месте? Рядом с котлом. У тебя свой умывальник. Личная табуретка, как в тюрьме, короче. Ведро. Ведро будет твоим туалетом. Вон кухня у тебя, смотри. Все есть.